Ансамбль Центрального округа Росгвардии выступает в лучших традициях военно-музыкального творчества и хореографии. В его составе талантливые артисты, многие из которых – лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Коллектив много гастролирует по регионам России. Не обошли стороной и Ленинский городской округ. Ансамбль посетил детскую школу искусств поселка Развилка. Я считаю, что эти песни должны не только вспоминаться в празднике, а петься каждый день. И все дети нынешнего поколения должны знать музыку Великой Отечественной войны. И, конечно, вот такие концерты очень развивают детей, очень воспитывают у них патриотизм и любовь к родине. Профессиональный коллектив сформирован еще 1 октября 1996 года. Под руководством заслуженного артиста России подполковника Александра Мещерякова творческая активность, молодость, целеустремленность и энергия исполнителей дает хорошие результаты. У коллектива огромная программа, и военные песни, и патриотические, и русские народные, и классика, и эстрада. Мы работаем во всех жанрах, какие в принципе существуют. Исполнение любимых песен в сопровождении зажигательных танцев никого не оставили равнодушными. Зал аплодировал стоя, на глазах были заметны слезы. Прекрасно, они молодцы, поют, голоса великолепные. Танцуют вообще ребята, очень нравится. В концертном зале детской школы искусств поселка Развилка выступали разные коллективы. Среди них ансамбль песни и пляски имени Александрова, артисты из Московской филармонии. Юлия Стаферова, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева, Видное ТВ.